Роспотребнадзор озвучил причину вспышки дизентерии в Копейском детсаду. Предварительный эпиддиагноз специалистов Роспотребнадзора гласит: острый одномоментный очаг с множественными случаями заболевания острой кишечной инфекции. Предположительной причиной возникновения вспышки называют инфицирование пищевой продукции при нарушениях в технологии приготовления блюд. У 11 больных и 9 контактных сотрудников, в том числе у 2 сотрудников пищеблока, обнаружена ДНК микроорганизмов рода Шигелла. В настоящее время ситуация стабилизирована. Новых заболевших на госпитализацию не поступало. Состояние больных, находящихся в стационаре, удовлетворительное. Диагноз дизентерия подтвердился у одного ребенка и у одного взрослого. Всего в лечебное учреждение обратилось 23 человека. Напомним, по факту отравления воспитанников детского сада номер 34 в Копейске возбуждено уголовное дело. В нем фигурируют 11 пострадавших. Все они дети. На время проверки Роспотребнадзор закрыл дошкольное учреждение.